Кришна говорил, что когда я пытаюсь схватить Радхарани за руку, то я хочу ее сразу поцеловать. И также, когда я увидела линии на руке Шримати Радхарани, я понял, что она очень удачлива, и я сказал в удивлении: «Вау!» И такой звук, как будто поцелуя прошел так, чмок. И тогда Кришна, он снял маску и проявил свою истинную форму, потому что Радхарани тоже хотела увидеть Кришну. Лалита Сакхи сказала: «Ты лжец, ты обманщик». И Кришна сказал, что ты просила меня не входить в комнату, но сейчас все твои саки и манджари служат моим гопам, друзьям. Кришна служит Шримати Радхарани в очень различных формах, как цветок, как браманбой, как молочник, очень, очень различных формах. Лалита Сакхи также. Наслаждается таким разнообразием игр с Шридхарой и Кришной. И по милости Шримати Радхарани мы можем получить служение Шриде и Кришне, потому мы пришли сюда, с Лалита Сакхи, поэтому мы жаждем получить ее милость. Это место, в которое мы пришли, называется Учагаон. И среди всех Сакхи самое наивысшее — это Лалита Сакхи. Место рождения где она обычно играла, и одному невозможно никакие лилы являть. Этого нужны спутники. И услышав желание Кришны, Нирвана Шримати Радхарани пришла, и первое имя слог было ее Ра. И она хотела служить Шри Кришне, она появилась из желания Шри Кришны, поэтому имя Ра. И затем она начала бегать повсюду и собирать цветы для Кришны. Дхава. Дхава означает бегать, получается Радха. Та, которая хочет служить Шри Кришне в бесконечных формах, в бесконечных действиях. Это и есть Шри Радха. Вау. И один человек не может служить во всех формах, поэтому Шримати Радхарани проявила в гопи. Каждая бхава Радхарани проявилась в одной из гопи. Лалита Вишака Чампакалата, Рангадеви Судеви, во всех этих формах Шримати Радхарани проявила свои формы, чтобы служить Шри Кришне. Что за служение Кришне? Она давала пан, листья пана, чтобы освежить рот, очень такой ароматный, потому что если вы съедите пан, то все вокруг заблагоухает приятным запахом. Раньше не было губной помады. И также была специя катха. Если вы некоторое время будете жевать катха, то тогда весь ваш рот будет красным.
अगर माँ की गुण अगर बेटे में आई ना तो सौभाग्य मान मान जाती है। इसलिए कहते इनका जो पिता तो है, इनके अंदर में विशेष गुण, बोले कौन सा गुण, बोले दयालुता, похоже на отца, а мальчик на маму, то тогда они считаются очень удачливыми. Поэтому Лалита Саки похожа на своего отца, черты своего отца, поэтому она очень удачлива. И также Лалита Саки также милостива. И она очень много жертвуют. И когда ребенок рождается, через какое-то время предлагаются некоторые предметы, и какой бы предмет ни схватил ребенок, то тогда поэтому считается, какое будет будущее ребенка. Ручи, то есть согласно ручи, то есть согласно желанию. Ребенок дотрагивается до определенного предмета. Так что делает Лалита Саки? Когда ребенок рождается, если ребенок дотрагивается до... Если девочка рождается и она дотрагивается до одежды Радхарани, то тогда известно, что она будет под руководством Радхарани, она будет в ее клане. А если Чиндравали, то тогда в клане Чиндравали. Лалита Саки может удовлетворить все желания любого человека и может сделать также этого человека главной служанкой Радхарани. Сначала мы должны зафиксировать цель, поставить перед собой цель, а затем совершать садхана баджана. Может, это займет миллионы жизней, но, пожалуйста, поставьте перед собой цель. Наш Гурудев говорил, что наша цель должна быть зафиксирована, чтобы мы стали служанками Шримати Радхарани. Ничего больше не хотим. Даже если кто-то нас предложит, мы не хотим, мы отказываемся. И Лалита Саки, она носит одежды павлиньего пера, цвета павлиньего пера. Она играет на вине. И существует рага. Рага — это мелодия, которой вы поете песню. То есть в различные дни суток также поются раг, то есть именно мелодия. И она экспертна в игре на вине, в музыкальном инструменте. И также рага калинди называется. А ее бхава — это как прокора, то есть она очень умная. Она моментально все усваивает. И если Радхарани, она чувствует, что она слаба, то тогда Лалита быстро примет сторону Радхарани, и таким образом они победят Шри Кришну, потому что она никогда не хочет, чтобы между соревнованием между Радхой и Кришной Радхарани проигрывает. Таковы качества Лалита Саки. Пракара. То есть пракара — это означает, что когда кто-то молниеносно что-то схватывает, очень умный. И также кандита. Она очень красивые рощи украшает для Кришны. Тогда Кришна говорит, да, я приду в этот день. Тогда и Радхарани также очень красивые рощи украшает. А если Кришна не придет в рощу Радхарани, то Радхарани расстроится. И увидев печаль Радхарани, то Кришна также становится печальным. Лалита Саки говорит, не приходи в мою рощу, иди лучше в рощу Радхарани, потому что мы поем Джая Рада Кришна и Югала Милана, потому что единственное желание Лалиты, чтобы Рада и Кришна встречались друг с другом. Когда Радхарани расстраивается, она сразу же злится и говорит, я не хочу больше не видеть ничего.
Единственное удовольствие в Альтасаке, когда Радха и Кришна встречаются друг с другом. Но с другой стороны, когда Шримати Радхарани расстраивается, я не хочу видеть ничего черного перед собой. И тогда Кришна не может войти в рощу Радхарани. И тогда куда Кришна идет? Кришна идет к Лалитасаке. А Лалитасаке идет к Радхарани, пытаясь убедить ее, чтобы Кришна вошел в ее кунду. И тогда она дает совет Шри Кришне, что сделать так, чтобы Радхарани снова была счастлива. И затем Лалитасаке говорит, что ты должен петь определенную песню, определенную раге, и таким образом сердце Радхарани растает. Лалитасаке, она делает возможными встречи Шримати Радхарани и Кришны. Также Лалитасаке — это гуру Шримати Радхарани. И в Лила Шри Махапрабху она является как Сварупа Дамодар. महाप्रभु का भावना को वो बढ़ाया करते थे इसलिए कहते इनका जो प्रेम का गुरु है ना कहते ललिता रूप दमदार है प्रेम की очень красивое श्लोक цитировал из писаний, которая всегда увеличила Бхаву Махапрабху и делала его счастливым. Лалитасаке, она такая могущественная, что она единственный человек во всем этом космосе, во всем материальном и духовном, что может ругать и Шри Раду, и Шри Кришну, может их нравоучать. На самом деле, когда Шримати Радхарани и Кришна начинают ссориться, Радха где-то расстраивается, Лалита идет к Радхарани и говорит, никогда... А Лалита говорит, сразу же не прощай его, потому что иначе Кришна, он расслабится. Поэтому не давай себя убедить так быстро. Лалита Саки говорит Радхарани, что делать. То есть она та, которая дает наставления и предлагает возможные варианты, как удовлетворить Кришну. И Шримати Радхарани, она следует указаниям Лалитасаке. Таково ее особенность в Лалитасаке. Максим Такур говорит. ललिता सखिया अयोग्या किंकरी बिनोदा धरी से इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी कहते हैं हम कौन हैं И Бхактивинода Курка Шикамала Манджари говорит, что мы служанки Лалита Саки. Что говорит нам Гурдев? Наш Гурдев приведет нас к Парам Гурдеву. Парам Гурдев приведет к своему Гурдеву, Прабхупаду. Прабхупад куда? К своему Гуруджи. А его Гуруджи приведет нас к Рупа Манджари. Рупа Манджари приведет нас к Лалита Саки. И та же эта Лалита приведет нас к служению Шримати Радхарани и Шри Кришне. И у нас будет определенное служение для Шримати Радхарани и Шри Кришны. Без Лалитасаки никто не сможет достичь служения Шримати Радхи и Кришны. Такого положения Лалитасаки. И название деревни, где проживала Лалитасаки, Учагаон. Так мы молимся о том, чтобы получить служение Шримати Радхарани и Кришне под руководством Лалитасаки. Так, сейчас мы пойдем еще на одну кунду. Обойдем на санкет, потом напрямую саровару. И затем в храм принимать просад.
ललिता सखी की। А после уже вечером послушаем остальную харикатуру.